Еще вчера Игорь Бутман был в Нью-Йорке. Из-за разницы во времени концерт прошел для него как во сне. Несмотря на это, именитый саксофонист и его квартет отыграли трехчасовую программу из мировых хитов и джазовых импровизаций. К Ижевску у артиста не только гастрольный интерес. Как координатор проекта «Культура и время» от «Единой России» Бутман исколесил полстраны. В Мурманске, Тюмени, Ростове-на-Дону и десятки других городов прошли музыкальные фестивали, конкурсы и лекции. Весь последний год Бутман провел в поиске новых имен и талантов. Последнее самое яркое впечатление – это был детский конкурс вокальный и инструментальный в Щекино, Тульской области. Где мы, в общем, провели, поощрили, поговорили. Я увидел несколько талантливых людей, которых взял на заметку. Проект будет реализован и в Удмуртии. Скорее всего, музыкант приедет на следующий международный джазовый фестиваль. У него уже есть идея, как провести для молодежи полезный мастер-класс. Яна Городилова, Юрий Зеленький, телеканал «Моя Удмуртия».